Слышно? Слышно, да? Хорошо. Когда-то давно у меня был тоже сильный гайморит, и температура была высокая, и когда делали снимок, то пазуха была забита полностью гноем. И направили на пробивание в больницу. И с одной бабушкой я говорил, она как сказала, берешь цикламен, вот эту саму луковицу цикламена, берешь, разрезаешь, натираешь на терку мелкую, выдавливаешь сок, намарливаешь, то есть намарливаешь, выдавливаешь сок. И сколько этого сока, столько взять постного масла. Это все разбавляется, потому что постное масло не даст обжечь слизистую. И на пипетку там будешь капать себе. Ну, сразу сказала, жжение будет сильное. Но я так сделал. Постное масло, цикламен выдавил туда это все. На пипетку и туда. И туда. Ой, как начал я чихать. Как начал я чихать, как было жжение такое. Но как мне оттуда начало все вылетать. И когда я уже в больницу пришел, ну, смотрят на снимок, ну, и мне взяли это все, туда пробили, ничего не нашли, говорит, странно. На снимке есть гной, а тут мы туда не лекарство, там промывку делают специфическую, ничего с туда не выскакивает. Вот так за 2 дня, точнее за 1 день гайморит я свой вылечил. Но там, правда, оно ядреное. Прекрасный, прекрасный опыт, Сергей, вообще. Возможно, действительно на масле, потому что я тоже слышала, что лук тоже на масле Я медик, я закапывают. немножко разбираюсь. Нет, все хорошо, за подробности благодарим. Сергей, что там у вас? Слышно? Нормально? Там, если более ядреный, то один к одному. Если хотите, чтобы он, ну как, ну, немного опасаетесь, то возьмите масло две части. А то он действительно там обжигает немного. Но я брал один к одному, ну там ядреный был. А кто-то более, ну, как щадящий, то брал там одну цикламена, сколько выдавил, и две масла. А, еще знакомый тоже порекомендовал, у нее там всю жизнь насморк был никак. Ха, за раз только вылечила все. Но там она бегала, скакала, прыгала, но помогло, говорит. Да, я вытерпела, но помогло. Ну, так. Благодарим, Сергей.